Всем привет, дорогие зрители, вы на канале Империзла. Я продолжаю симулятор РПЛ. Сезон 24-25, 15 тур, Ахмат, Зенит. Зенит приехал в гости к предпоследнему месту таблицы, которая накануне проиграла абсолютно неожиданно дома Нижнему Новгороду. 0-2. И которому очки нужны как воздух. Правда, и сам Зенит тоже очень нуждается в очках. Лусян справа пытается пробить. Соболев фалит. Это желтая. Ну, до конца пошел Соболев. И опять Соболев. Да, в борьбе ему не отказать. Хорошо борется. Филипп Кардоса. Лузиня. Соболев. Молодец. Пошел до конца. Передача на Педро. Педро на Лусяна. Лусяна потерялся. Просто потерялся на поле. Монтуан. Дважды в борьбу вступил. Неплохо. Шатра. Луна. Передача удара Адамов на месте. Вот Ушунка и Нина сегодня травмы. Они не смогут выйти играть. Лусяна на Соболева. Соболев, Педро как-то выковырили мяч из-под ног. Зенитовцы все-таки нанесли удар. Но Шелли был готов. Обычно матчи в Грозном заканчиваются ничьей. Но сегодня ничья категорически не устраивает петербуржцев. Они будут играть только на победу. И вот Соболев бьет с левой ноги. Лусяна не дадут ему добить. 0-0. Первый тайм. Так, второй. В ровном месте ошибается Лусяна. Барриус, смотрите, где оказался. Соболев. Не дали ему пробить. Али побежал прессинговать Кардоса. Бериш против Монтуана. Планвал. Замену Зенита. Кассировали с Соболевым. Уставое место Педро. План. Кассиера. Вот появился шанс. Лудиньо. Ух, как доборолся. И можешь сам решать. Слева нет, с правой. И кассиера гол. 0-1. Молодец. Лудиньо. Просто всего себе в этот подкат вложил. И выиграл для Зенита зону. Зону свободную. Которая можно прорваться. И только-только выше кассира. Сразу же забивает важнейший гол. Алип на Лусяна. Зенит пытается забить тут же второй. Прессингует. И дает. Вендел. Лот. Шатра. Гандри. И снова Клаудиньо. Один из лучших сегодня. И кассира. Давай, Матео, решай. Ближний угол 0-2, да. Не готов, казалось, Шелли. К этому удару, к этому решению. Зенит, похоже, обеспечивает себе спокойную концовку. Матч.
дубль кассира. И победа 0-2. Клаудиньо. Кассира. Снова Клаудиньо. Слева на кассиру. Удар головой. Так, Зенит может и третий забить, почему нет. И еще один угловой. Трассу разыгрыш низом. И еще один угловой. Еще верхом на ближнюю и все. 0-2. Победа Зенита. Уверенно.